Смотрите, что мне нам привезла Анечка. Медовик, прямо торт настоящий. Там везде такой Вот так. Ну, сегодня не будем есть, завтра. Завтра будем с утра. Ой, сколько лет я его не ела, не знаю. Лет 7, наверное, не ела. Такой торт. Здравствуйте, сегодня четверг. В общем, я из это... Мы ходили в бассейн сейчас с Анечкой. Ну, это внучка у Тамары. Почему она у нас? Потому что у нее очень маленькая путевка была, всего 5 дней. И они взяли экскурсии. То есть, вот. Это Тамара, представляете, мне дала столько колбасы. Так что, люди, что не пропадай же колбасе, придется есть. Так, еще я сегодня приготовила всем голубцы. Видите, это у меня голубцы. Такая вкусняшка. Так пахнет вкусно. Ну ладно, некогда мне, люди, сейчас это себе отдельно готовить, да, видите, гости, да, Лёшу надо кормить. Так что, когда снова войду в ритм, опять перестану мясо есть. Ну я вообще-то почти месяц не ела мясо, много-много не ела. Ну, можно сказать, и вот это... Вот вчера я поела курицу, и сегодня буду голубцы. А до этого вроде я ничего мясное не ела. Нет, ничего больше не ела. Ну вот видите, Тамара, такую колбаску. Она, знаете, по вкусу, она испанская, но она по вкусу похожа на докторскую колбасу. Я люблю докторскую колбасу. Вот. Полотенце вон у нас сохнется, все тут. Ничего не сохнет. Это я здесь сплю. Это потому что духотища. Там вон соседи. Соседи, это обкромсала я это, свои цветки. Вот их пообломала. Они потому что уже к соседям полезли. Я обломила и все, представляете, все, нет сил это выкинуть их. Кстати, я бы тут посадила на всякий случай. Если меня Татьяна Жирона смотришь, то вот я, если что, я вот посадила на всякий случай, это могу тебе подарить. В горшке. Блин, если бы еще бы один бы горшок был, я бы еще бы посадила. Темные маленькие горшки. Надо в китайские эти. О, слушайте, вот эти. О, расцвела, смотрите. Астрочка единственная расцвела. А я даже не вижу, вот так работаю, ничего не вижу. Такая там девочка по-немецки говорит, а я такая выхожу из душа, думаю, ничего себе, Аня как хорошо на немецком языке разговаривает. Я подумала, что это Аня разговаривает, а это там девочка разговаривает. А я уж хотела спросить, как-то ты, Аня, так хорошо немецкий язык знаешь? А там вот у нас Васька сидит. Вот он, Вася. Ну, скажи. Вот, смотри, вот, животик. Лапти. Здрасте. Здрасте. Животик давайте мне гладьте. Давай. Хрюндель. Хрюндель ты, хрюндель, хрюшка, мальчик. Давай, Нёшенки, Нёшенек, Маси. Вот как бы, знаете, вчера подумала, а если бы мы бы тогда не поехали за грибами, блин, и не было бы у меня такого чуда. Такого чуда бы не было. И погиб бы он бы тогда там в лесу, представляете? Если бы мы бы в тот день по грибы бы не пошли. Сегодня купила, смотрите, какую штучку. 19,90, видите, стоит. Ну, это у меня тут чек на всякий случай. Вот. Лёша у меня любит эту картошку. Картошка фри, да, это называется. Я одну руку неудобно. Вот такую штучку я купила.
Кстати, мне вот эти тоже очень нравятся. Касса. Вот эти штучки, но я не помню, как они называются. И вот можно там так много... Не знаю, почему я раньше не покупала. Ну, какая-то я. Нет. Вот, можно купить кольца кальмара. Вот так и сделано. Вот это все покупается. Все это есть в полуфабрикат. Я, кстати, купила картошку специально. Вот как раз купила такую картошку. Видите? Вот она. Ботата. Как раз еврик стоит. Евро стоит всего. Леша любит такую картошку, сейчас буду ему делать. Так, а я буду себе покупать кольца кальмара и буду кольца кальмара делать. Мне нравится кольца кальмара. Так, это пока на полке нет. Вот она. Купила это. Не знаю. Знаете, специально маленькую купила, ну там еще большая была. Ну, чтобы много масла не использовать, потом куда это масло? Жалко его. Мне как-то жалко масло потом выливать. Выкидывать. А тут маленькой нажаришь, и масла не надо много наливать. Бинтовка одной рукой неудобно. Вот смотрите, тут вот так. Так она. Как делается? А, она пленкой закрыта еще. Тут еще пленка. Сейчас, подождите, пленку отрежу. Как же без Васи, да? Вася главный контролер. Да. Скажи, что тут такое делается? Без меня. Что тут без меня делается? Ой, вот так. Ну вот, смотрите. Как удобно. Я, кстати, ее не в китайском купила, а вот испанская. Надежда, что подольше поможет. Вот, видите? Вообще-то, конечно, сейчас все китайское, но хоть немножко надежда есть, что подольше послужит. Ну, в общем, я думаю, что штука очень удобная. Это не знаю, почему раньше не покупала. Просто, я просто пошла, ну, у нас магазин новый открылся там, Бриколаджи называется по-испански, а по-русски, ну как бы это тысяча мелочей у нас в России это называлось, ну то есть все что там, все для дома, там краска есть, всякие винтики, шурупики, ну всякое, ну, тысяча мелочей у нас называлось, а тут называется Бриколаджи, то есть какие-то... Или ферротерия. Ну, то есть вещи из железа, как бы ферротерия. Вот, видите, такую штучку зашла. Я думаю, о! Я там, кстати, сковородки еще посмотрела. Я думаю, там лучше качество. Я больше. Ну, в китайском тоже нормальные сковородки, тоже это. Я думаю. Мне вот тут должны перейти деньги с этого, с Ютуба. 96 евро. Это уже написали, что все начислили 96 евро. Я тогда схожу, куплю себе там еще сковородочку, приглядела. Вот такая у меня сегодня новая покупка. Такое маленькое видео. Так, я собралась на работу. Новый день. Воскресенье. Просто во весь рост хочу показать, как хорошо смотрится полосочка с этими кругляшками. И вообще, смотрите, так маскирует живот. Просто даже живота не видно. Такая. Ну, конечно, и похудела я. Похудела, знаете, как похудела? Пью вот воду с лимоном. Люди, пейте воду с лимоном. Это, и худеется хорошо. Это я тоже в интернете посмотрела. И еще надо этот купить. Как же называется? Жиросжигатель. Забываю все. Хожу корень. Корень это имбирь. Это имбирь надо еще тоже сделать. Я делаю имбирь, знаете, два апельсина, один лимон. Выжимаю сок. И на терке натираю имбирь.
И мед еще надо туда добавить. Значит, 3 большие столовые ложки меда. Все это вот перемешиваешь. Я в прошлом году делала, в этом году что-то вот это забыла. Вот. Вот Васенька. Васенька кусает. Хоть это стало немножко прохладно. Хоть жить можно. Здорово стало, в общем. Ти-ти-ти. Вот я в таких босоножечках хожу. Удобно очень.